Депутат окружного законодательного собрания Елена Лаптандер провела личный прием в Новом Уренгое. В местное отделение партии «Единая Россия» обратилось 3 жителя города. Их волновали вопросы жилья и трудоустройства. Лучшие танцоры округа опробовали паркет газовой столицы. На ежегодный уренгойский вальс съехались сотни начинающих и профессиональных спортсменов со всего Ямала и Тюменской области. Результат шел в зачет первенства Уральского федерального округа и Ямала. В Новом Уренгое состоялось открытое первенство города по боксу. На ринге сошлись воспитанники сибирских медведей, Контакта, Ямбурга, окружной школы бокса имени Еременко, а также спортсмены из Тазовского района. Самые зрелищные бои продемонстрировали бойцы старшей возрастной категории.